Вот когда только начинались соревнования, вот эта вот разминка, все, мы только приехали, начали готовиться, вот это все волнение. Потом первые два старта, ну, я сильно прям волновалась, а потом так немножко уже поняла, что это такое, уже выходила более уверенно на старт. Поначалу сработаться было тяжело, потому что, ну, и в возрасте разница, и опыт у нее намного больше, и уровень мастерства. Но она, я ее очень уважаю, она такая молодец, всегда мне помогала во всем, ну, и поддерживала, и настраивала. Допустим, что-то не получалось у меня. Она говорит: «Лиза, давай, потерпи немножко, еще немножко, мы это сделаем, мы сможем». Ну, спасибо ей. 22-го мы закончили где-то в 12 час дня, и весь день у нас был свободный. Мы вечером проехались немножко по окрестности, по экскурсию, погуляли в том замке, который рядом с бассейном. Ну вот, все так красиво, интересно. Старинный город.